Украинская газовая компания «Нафтогаз» назвала вариант транзита российского газа. Он полностью совпадает с предложением вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчевича. План заключается в том, что две страны должны заключить операторское соглашение на прокачку 90 миллиардов кубометров ежегодно, а также договориться о бронировании дополнительных мощностей на 60 миллиардов кубометров ежегодно на следующие 10 лет. Об этом на своей странице в Facebook написал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. При этом он добавил, что если Москву не устраивает такой вариант, она должна объяснить, почему, и предложить другой. Соответствующее заявление «Нафтогаза» прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. В своем твиттере он отметил, что Киев находится не в том положении, чтобы ставить условия Кремлю. Он напомнил, что украинские ГТС ждет техногенная катастрофа, поскольку через 6 месяцев контракт по транзиту между двумя странами подходит к концу.